Рассмотрим правильную постановку рук и ног для стрельбы с положения стоя. Прежде всего, для того, чтобы правильно зафиксировать оружие, нам необходимо понять, какое положение для нас более удобно. Кому-то удобно стоять, когда ноги находятся на одной линии, кому-то, когда одна из ног находится чуть-чуть немного впереди. В разных вариациях это может выглядеть как вот так. Корпус тела при этом мы стараемся немножко подать вперед. В другом варианте мы можем это сделать немного вот так. Сталкивался со специалистами, которые выносят именно не левую ногу, а не слабую так называемую ногу вперед, а сильную. В моем случае это правая нога. Самое важное, опять же повторюсь, устойчивое положение.